Министерство образования и науки определило словарный запас для мигранта. Теперь иностранец, приехавший в Россию на легальные заработки в сфере ЖКХ, бытового обслуживания и торговли, должен знать минимум 850 слов на русском языке. На экзамене предложат прочитать текст, ответить на вопросы и построить монолог в обыденной ситуации. Задания для теста составляют с упором на жизненные ситуации – в магазине, на почте или в больнице. Они сдали тест, они могут ответить на вопрос, да, задать вопрос, выполнить какую-то просьбу, да, и мы гарантируем, что, в общем, они достаточно адекватно понимают тех людей, с которыми им приходится общаться. Я думала, что страшно, я не могу ответить на вопросы, ну, я ответила на все. Элементарный тест с детскими вопросами почти половина приезжих с первого раза сдать не может. Надеясь на удачу, люди теряют деньги. Каждая попытка обходится в 3000 рублей. Зато в случае успеха мигрант получает документ с печатью Петербургского государственного университета на 5 лет. А тем, кто знает русский в совершенстве, обещают выдавать бессрочные сертификаты.